В районе 3 часов дня загорелась кровля здания узловой поликлиники РЖД на улице Горького. На месте работали 11 пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 80 человек. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Сложность пожара в том, что кровля выполнена из андулина, натянута по ДСП, потом идет утеплитель, потом опять ДСП. Мы проводим вскрытие и тяжело очень, сильное задымление, тяжело ребятам работать, температура на улице сейчас очень тяжелая. Через 1,5 часа пламя удалось локализовать, пострадавших нет. По некоторым данным, на последнем этаже поликлиники шел ремонт. Возможно, возгорание спровоцировали именно сварочные работы.